И вы не понимаете. Толстин, гляди еще раз. Что это можно за пера? Можно ему тыкнуть носом. Написано, перечень предметов запрещенных. Проноса административного здания суда. Для кого написано? Служебная документация моя. Тут четко написано, технические средства. Средства, это вот, профессиональные видеокамеры, фотоаппаратура с длинным объективом более 4 сантиметров. Вы что? Вас профессионально... кто это написал? Что? Это что-то новое с лупой. Это что-то новое. Возьму с коротким объективом. А вы только объектив меряете. Что? У вас вот этот фотоаппарат. Вы разумеете? У вас эта камера профессиональная. Господа, а на хуй вы взяли? Это что, экспертиза оказалась? Почитайте. Она вот там в руки, я ж не хвалюсь. Почитайте, что там написано в артикуле? Андрей Николаевич, я не вам что-то говорю. Так у меня же не длинный объектив. Хорошо, это просто бумажка. У вас удостоверение, а у вас так само бумажка. У вас бумажка? Берите телефон. Чему вы забороняете ему сдымать телефон? Потому что я против, чтобы меня снимали. А вы на службе находитесь. Ну и что? Вы